Перед вами аква нерка. Такая зимняя блесенка. Давай посмотрим на нее поближе. Вот такая вот рыбка. Довольно симпатичного окраса. Длина этой блесны 40 мм, а вес 8 грамм. В модельном ряде от аквы существует также нерка F. Это вот она такая. Также не менее привлекательная. И глаза здесь больше. А здесь поменьше. Единственный момент, здесь уже капля поменьше, здесь побольше. Давай, главное, посмотрим, как она играет. А вот и она. Окунь сразу же поднялся, хоть и мелкого размера. Посмотрим, как она на коротких взмахах себя ведет. Так, отлично играет. Задним хвостом так подкидывается. И самое главное, нет перехлеста. И повыше взмахи. Этой блесны больше короткие взмахи. Вон. Атаковал даже. Вроде такой маленький. С палец примерно. Чего уж тут говорить за крупного, если уж даже мелкий клюнул. Основное назначение нерки – отвесное блеснение ям и бровок, где притаился крупный и осторожный хищник. Так и в горизонтальной плоскости, что является основным критерием уловистой блесны. Лосось, кумжа, окунь, судак, щука, жерех, сом – вот далеко не полный перечень почитателей нерки. Нерка позволяет облавливать все горизонты глубин, от поверхности до водоема до самого дна. 6 различных расцветок для различных условий освещенности и прозрачности воды позволят вам подобрать оптимальный вариант для конкретных условий ловли. Так, ну блесенка определенно рабочая.